Здрасте. Хочу сделать второй раз обзор по Steam-версии Man-Eater. Выявив ключевые проблемы, так, связанные с катастрофами, коммерческие директоры могут более осведомленно продолжать безрассудную застройку побережья. Все. Вот. То у меня были какие-то технические неполадки со звуком, то еще какая-то херня. Я надеюсь, в этот раз у меня будет нормально. Вот. У меня теперь акула выросла. Маленько поиграл. Steam-версия, EGS. Я проходил в том году. Так, бита, да? Сейчас будет босс еще, блядь. Что за арты-то в том езжу, блядь? Он выжил. Насколько я помню. Тварюга мне руку оттяпала! Готовься, парень! Вот теперь покрепче будем! Давай, попробуй, разгрызи! Это же армейский люминий! А ну, кончай, давай, 3 секунды! По-прежнему настроен решительно. Где она? Я не знаю. Кайл, хватай банку и воду ее! Остатки лодки кренятся и медленно идут ко дну. Акула достигла пожилого возраста, и впереди новая битва с эйджизмом. Прыжок из воды 3, запас дыхания 3, все по 3. Хвост там открывать надо. Я ебал, насколько я помню. Ухо, вот билды пошли. Так, что на ёсти? Яд, да? Яд. Да, яд я помню открывал, а это что?
сквозь планету. Ты же не покупаешь, ты улучшаешь. 10, а тут 5. Так будет получше даже. Все собрано. Так, что там эта игра, блядь? 10 часов, блядь, 5, ну, 15 часов. И стоит она, блядь, там копейки нахуй. Ну, копейки, там 1000 с хуйня, блядь. Ну, не 2000, а, вижу. Вот я думаю, где там, блядь? Это тихий, это уже залив. Как раз я иду сюда. Надо быстренько сюда закрыть. Есть, блядь, еще парни, там билд есть, то есть прыгаешь и воздух прыгаешь быстро, выше, быстро. Хуй спросил, что делать, да? Не помню, блядь, как там называется, там год уже прошел, уже с хуйней, блядь, небольшой, забылся. Потому что в ЕГЭСе у меня максимальный уровень и все собрано, чисто все. Там ачивок же нету. Пришлось как-то себе развлекать. Тут-то 45 ачивок, 44, что-то такое, короче. Ну, смысл 45. Ну. Я имею в виду, что в ЕГЭСе смысл все собирать, блядь. Там ачивок нет. Бегать было нехуй. Надо было как-то провести время с ума. Отличный перекус и источник энергии для набора серьезного веса. Тихо ты нахуй. Вот это проблема, конечно. Где ее искать, блядь? Скорее всего, где-то здесь, мне кажется. Тут пыль, тут нихуя. Ладно, тут уже, да, хотя уже сам. Так и делаю мини-обзорчик. Суету навести охоту, да? Не помню. Я что-то косоптино брал. Что надо кому, блин? Ящик,
Блецкий остался. Так, ну что, бухта? Бухта, правильно? Нет, бухта, бухта, вот. Значит, пески будут здесь. Такой едишки, что делают? Хипстеры какие-то, блядь. Это все потом... Сверкающие белые пляжи комплекса «Пески благоденствия» ограждены забором, ведь предназначены только для ультра, мега и супер богатых. Поняли? Для нас туда закрыт. Быка нельзя назвать гурманом. Она ест практически все подряд. Этот тримаран, как и многие корабли до него, погиб в поисках мифологической суши. Суши. Всем похер, вот такого вылезла на берег. Всем похер. Похер! Мы даже не понял, что произошло. Ну ладно. Так, сменил печатка жидкая. Раз, два. Да что? Седан тоже неплохо, но резиновый сенс. Хищный мусорщик не прочь пообедать любыми отходами, попадающими на дно океана. Седан тоже неплох, но резиновый сенс. Придется брать мопед. Нергаловка три дубка. Без бортовой не выходить. Понял? Без бортовой. Мощный заряд меняющих гены мутагенов. Явное конкурентное преимущество. Оп! Кстати, оп, красиво. Акула смарагда. Радостная, такая довольная. Там где-то губка Боб, здесь. Нет, это не здесь, это дальше. Это как его? Британская штучка. Обнаружив, что это копия Стоунхенджа не выверена астрономически, разъяренные жители Порт-Кловиса выбросили ее в океан. Выбросили. И тут обычные токсики. Чувак старался, взяли и выбросили. Да, или женщина старалась. Неважно. Ну, старались. Акула бык демонстрирует важность достаточного употребления минералов. Не ценит, что тут, как говорится. Сейчас минут. Так, пошли какой-то квестик выйдем. В бухту же надо, да? Бухта, бухта. Ой. Ну так кто все заберу, я даже без видео, еще я буду снимать. Интересно же будет, блядь, собирательные вещи. Мы же, блядь, делаем обзор на саму игру. В общем,
ладно, это потом. Опа, и кто там суету наводит? Чудовище демонстрирует мощь своей удивительной быстрой части. Дурадо. Дурадо. Эльдорадо. Я теперь понял, почему мы создали Эльдорадо. С помощью рыбы они его. Того, значит, покупает все PlayStation 5. Я, походу, нашел покупщика. Я пошел. Нашел перекупщиков. В течение своей жизни акула-бык поглощает множество плавающего в океане барахла. Вот это фриз, антифриз, блядь. Ебать, 40 FPS аж охереть, блядь. Ну это ж, блядь. Акула отступает в грот, чтобы предаться спокойным размышлениям. Так, что тут? Роджер Каттер стал местной знаменитостью, его множество раз взрослым был правилом. Он еще тут есть. Тут я знаю 10-15 тут тюленей. А босс будет здесь. Босс будет здесь. С осадкой что ли? Там два. Танки, да, уничтожить? Прошла мода украшать бары в полинезийском стиле, декор повыбрасывали в залив. Жаль, что морские обитатели совершенно не ценят кич. 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 Знаешь, кич? Можно ценить туда. Траулер под управлением Роджера Кантрелла недавно побил рекорд страны по числу нарушений в сфере рыбного промысла. Динами взорвался, а урон не пошел, блядь. Вот это казино еще сложнее, если ты вылетел с дороги в океан и утонул. Если бы акула придерживалась хорошо сбалансированной питательной диеты. Я тоже хал. Нет, зуб. Мы постоянно сталкиваемся с напоминаниями о том, как вмешательство человека нарушает хрупкое равновесие морского мира. А в натуре где золото? А вон оно.
Так, что там еще? Вот рука чешется, вот она у меня чешется, чешется, сука, чешется, блядь, ладно. Какого быка убил? Мне чешется, чешется, сука. Почему же? Ну, почему? Там чешется, сука. Я тоже так, сука, могу, блядь. Что ты тут, блядь, едешь, да? Нихуя он так не убил. Так будет с каждым токсичным. Samsung там написано, да? А, обувь, это обувь, с обувью связано. Где-то буки, да? Поздняя стадия капитализма и все такое прочее. Собирался устранить эти морские мины. Но весь городской бюджет был потрачен на приглашение Джина Круппы на празднование Дня Независимости. Мышечные сокращения вызывают электрические импульсы, незаметные для человека, но не для акул. Да. Гадник, а? Не надо так делать. О, нашел. Взглянуть на содержимое желудка акулы, прекрасно знает, что акулы всеядны. Да, еще не квест, и будем уже плюсы и минусы этой игры давать.
Так, носик тешится, носик тешится. Так вот надо следить за языком, но послушаться мы будем плохими. Где мой, сука, PS5, блядь? Второго, ёбаная. Похоже, порт ловится в соревности с акулой. Когда успешно не разводили и не держали в него. Хотя это не помешало моему зятю Рэнди попытаться. Грандиозная битва. Это Макорал и Макгрегор. Упал, минус нога, блядь. Сука, побоил, блядь, этот Макгрегор, блядь, если честно. Допизделся уже, наверное, третий раз, четвертый раз. А если что, я осуждаю. Вот он, блядь, доебется. Все, вот он убил, сейчас вот возьму и плюс и минус. Занятия серфингом сопряжены с риском утонуть. Но зато от вас останется крутой скелет. Все, короче, говорю. Короче, чё, подводим итог. Короче, Steam-версия не очень, честно я говорю, скажу. Бывают в некоторых местах просадки. Где-то в Steam-версии. Как так в EGS, когда я играл год назад, в мае того года, у меня было четко 70 там держалось, там 120, 140, там вот так вот, 80. Ну, прыгало, конечно, но... Кстати, да, и ведь загрузка центрального питания процессора вообще тоже нестабильна, блядь, 50-70. Ну это ебаный Steam, блядь, хули вы хотите, на. Почему, вот чем это, не, мужики, парни, народ, я сейчас говорю сейчас на полном серьезе. Вот чем отличается игра от EGS и от Steam? Вот чем, две разные, сука, две разные компании, да? ГБН и как там еще какой-то. Почему у этого, где дают бесплатные раздачи в EGS, игры стабильные. Я сейчас говорю не пиздё, я ни хуйню там никого не защищаю. Я говорю так, как есть. Там все, там есть стабильность, там есть оптимизация, все есть. Прошел год, да? Прошел вот этот, как его, блядь? Как она там, эксклюзивность, да, это ебаная эксклюзивность прошла.
вот прошла эксклюзивность, вот, вышла она 28 или 18 мая этого года тоже. Там-то она раньше вышла в том году. Вот. Я купил. Я там, правда, не успел урвать за 1000, за 800 рублей. Вот пришлось за 1300 брать. Тут-то я урвал за 699 в мае, то тоже в мае. Урвал, блядь, скидон был на эту игру. Был скидон на эту игру. Я потом такой решил, ну, вышел, я знаю, что они писали, что будет дополнение, в $15 оно стоит там, сколько, где-то около того, 31 августа выходит, я такой, блядь, надо, ну, в EGS неохота качать в пизду, решил в Steam скачать, вот. Начал играть, я до этого делал, у меня что-то не получилось, нахуй. Два раза причем, начал играть, у меня, блядь, бывало, просаживалось до 30 FPS. До 30, мать его, FPS. У меня комп-то не говно. У меня сборка компа 340 тысяч. 340, мать, тысяч, блядь. Рублей, блядь. У меня, хоть и компу уже 4 года, но он еще тащит все будущие, блядь, даже новинки будет тащить. Даже если, сука, не поставить 3070, там 6700 от Родиона ебаного, блядь, AMD. Он будет все равно тащить, блядь. Ну, не на ультрах, но на высоких точно будет тащить. В 4К, блядь. Почему Steam-версия так фризит, блядь? Где оптимизация, мать вашу, где? Я за это 3 балла снимаю. Все там радуются в жизни, блядь. 10 из 10 там. Она в EGS будет 10 из 10. В Steam'е нет. В Steam'е нет. Сюжет, ладно, хуй с ним. Сюжет заебательский, не спорю. Карта, заебись. Открытый мир. Все такое. Вот это исследование там. Пасхалки, хуялки. Это все тоже плюс, 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 плюс. Как 14 нанометров, блядь. Плюс, 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 блядь. Почему так? Почему, люди? Почему? Вы мне объясните. Почему такая разница с платформой? Почему там нормально, а тут хуёво? Почему? Кто мне объяснит? Напишите в комментариях, поясните. Я почитаю с удовольствием, блядь. Отвечу на каждому. Дайте мне понять этот мир, блядь. Я не понимаю его. В общем, 7,5 из 10. Я снижаю оценку, потому что фризит, блядь. Нету оптимизации. Она работает тут хуёво. То есть, средь, на отъеби сделали, нахуй. Всё, меня там зовут, нахуй, я пошёл. Всё, я пошёл. Подписывайтесь, напишите вопросы, что хотите, нахуй. Я ушёл.